Напоминаю вам, что на территории Самарской области введен масочный режим. Для вашего же блага, для вашего здоровья необходимо масочки носить в общественных местах. Безопасность превыше всего. Ездить в общественном транспорте, ходить за продуктами и лекарствами горожанам настоятельно советуют в масках. На территории региона продолжает действовать масочный режим. Соблюдают ли люди правила, ежедневно проверяют полицейские. Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости обязательного использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Сотрудники полиции обращаются с призывом ко всем жителям Самарской области и гостям региона. Строго соблюдайте установленные ограничения. Принимайте исчерпывающие меры к соблюдению своей безопасности и безопасности окружающих. Согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, во всех общественных местах и общественный транспорт не исключение. Маска – обязательный атрибут для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Если пассажиры отказываются надевать маску или не имеют ее вовсе при себе, их могут высадить. Сознательные пассажиры масочный режим в транспорте соблюдают, а к профилактическим рейдам относятся с пониманием. Так сказали, так и делаем. А то есть, ну, вы законопослушные носите маску? Да, обязательно. Меры безопасности соблюдают и транспортные предприятия города. Персонал обеспечен масками, перчатками и антисептиками. Запасы средств индивидуальной защиты ежедневно пополняют. Перед выходом на линии трамваи и автобусы дезинфицируют специальным раствором. Лариса Шлафаст, события.